Чувствовали ли вы когда-нибудь в себе мощь, которую невозможно объяснить словами? Быть может, в глубине души вы всегда знали, что ваша жизнь предназначена для чего-то большего. Вы не просто один из миллионов, вы избранный, наделенный легендарными способностями, которые выделяют вас среди остальных и поднимают на новый уровень бытия. Признание и осознание этих сил имеет огромное значение, ведь именно они определяют ваш жизненный путь и ваше предназначение. Это больше, чем просто дар, это ваш личный ключ к раскрытию истинного потенциала и выполнению вашего предназначения в этом мире. Первая легендарная сила, которой вы обладаете, это сила прозрения, божественный дар, позволяющий вам проникать сквозь пелену поверхностной реальности и видеть скрытую под ней истину. Это не просто талант, это духовное видение, которое открывает вам суть вещей, когда другие видят лишь оболочку. Вы способны видеть правду, скрытую за иллюзиями, и распознавать истинные мотивы и намерения, оставаясь непоколебимыми в своей ясности. Подобно Тиресию, знаменитому слепому провидцу из греческой мифологии, вы обладаете способностью с непревзойденной точностью читать ситуации и людей, понимая то, что остается сокрытым для других. Тиресий, слепой провидец, был наделен редким даром пророчества, который позволял ему проникать в глубины истины. Несмотря на физическую слепоту, он видел гораздо больше, чем те, кто обладал зрением. Его видения выходили за рамки обычного восприятия, раскрывая тайны будущего, внутреннюю природу людей и саму суть божественного порядка. К его мудрости часто обращались и боги, и смертные, ведь его прозрения касались не только грядущих событий, но и того, что определяет судьбы и предназначение. Как и Тиресий, вы видите за гранью видимого, и эта способность делает вас важной фигурой в жизни окружающих. Ваш дар проявляется в том, как вы легко улавливаете тончайшие нюансы эмоций и намерений, скрывающихся за словами. Когда вы сталкиваетесь с проблемами, будь то в работе или личной жизни, ваша проницательность освещает вам путь, позволяя принимать решения с мудростью и точностью. Эта сила становится вашей путеводной звездой, помогая видеть скрытые течения, которые формируют события вокруг вас. Вы понимаете глубинные мотивы людей и предугадываете их действия, подобно шахматному мастеру, видящему наперед ходы игры. Благодаря этому глубокому пониманию вы не только уверенно направляете свою жизнь, но и помогаете другим находить верные пути в сложных ситуациях. Эта легендарная сила выделяет вас, позволяя постигать глубинные слои бытия и использовать эти знания с высшей целью и намерением. Вторая легендарная сила, которой вы обладаете, это сила созидания, божественная способность воплощать в жизнь новые идеи, решения и творения. Это больше, чем просто инновации. Это канал связи с высшими источниками вдохновения, позволяющий вам творить с ясной целью и глубоким смыслом. Подобно художникам из племени Наваха, которые вызывали духов-целителей и восстанавливали равновесие с помощью своих замысловатых рисунков на песке, ваши творения выходят за рамки обыденного, оказывая глубокое влияние на окружающий мир. Эта сила проявляется в вашей способности превращать обычное в необычное. Вы не просто создаете, вы преобразуете, вдохновляя мир вокруг вас и внося в него уникальную искру вашей внутренней энергии. Вы реализуете проекты, которые оставляют неизгладимый след, будь то в искусстве, бизнесе или личных начинаниях, наполняя их видением и значимостью. Ваши идеи не просто решают задачи, они разрушают старые парадигмы, открывая путь для нового мышления и восприятия. Ваши инновации освобождают вас и других от ограничений общепринятого мышления, позволяя видеть мир свежим взглядом, который может ускользнуть от внимания большинства. Эта творческая сила – ваш инструмент для того, чтобы создавать мир, соответствующий высшим идеалам и стремлениям. Когда вы сталкиваетесь с препятствиями, вы находите решения, которые не только устраняют проблемы, но и вдохновляют окружающих на перемены и развитие. Разрабатываете ли вы новый процесс на работе или создаете личный проект, ваши творения полны смысла и намерений, которые отражают вашу внутреннюю миссию и стремление к совершенству.
Третья легендарная сила, которой вы обладаете, это сила стойкости, божественная энергия, позволяющая вам с несгибаемой волей преодолевать испытания и невзгоды. Это больше, чем просто твердость характера. Это внутренняя мощь, которая превращает каждый вызов в шаг на пути к триумфу. Эта сила проявляется в вашей непоколебимой стойкости перед лицом личных и профессиональных кризисов. Когда окружающие склоняются под тяжестью трудностей, вы остаетесь незыблемым, словно скала, и с решимостью принимаете вызовы, внушая уважение и вдохновляя своим примером. Будь то напряженная обстановка на рабочем месте или преодоление личных неудач, вы демонстрируете упорство, которое превращает препятствия в ступени на пути к успеху. Способность стойко переносить трудные времена – это не просто личное достижение. Это мощный пример для других, мотивирующий их находить в себе скрытые резервы и продолжать движение вперед, несмотря на любые преграды. Ваши действия говорят громче слов, показывая, что стойкость – это не просто искусство выживания, но и умение преобразовывать трудности в победу. Сила стойкости – это ваш краеугольный камень, опора, которая позволяет вам преодолевать любые препятствия с изяществом и решимостью. Эта легендарная сила не только ведет вас вперед, но и возвышает вас как лидера, способного помочь другим найти свой путь сквозь жизненные бури. Вы не просто выживаете, вы побеждаете, превращая каждое испытание в свидетельство вашего несгибаемого духа и величия. Именно эта стойкость выделяет вас среди остальных, делая вас избранным, которому предначертано не только возвыситься самому, но и провести других через самые темные и трудные времена. Четвертая легендарная сила, которой вы обладаете, это сила влияния. Удивительная способность оказывать положительное воздействие на жизнь других людей и вдохновлять их на перемены. Эта сила не ограничивается словами и действиями. Она заключается в вашей врожденной харизме, которая привлекает людей к вашему видению, зажигает их сердца и объединяет их усилия во имя общей цели. Эта сила проявляется в вашей способности подавать пример как в личной, так и в профессиональной сфере. Вы словно магнит, который притягивает к себе окружающих, побуждая их к сотрудничеству и достижению высоких результатов. Будь то сплочение команды на работе или создание гармонии в семье, ваше влияние становится катализатором позитивных изменений и роста. Эта сила влияния не основана на контроле или принуждении. Она заключается в способности направлять других на путь света и гармонии. Ваше влияние создает волны перемен, затрагивая жизни и сообщества, способствуя взаимопониманию и единению. Когда люди видят вашу честность и преданность делу, они стремятся подражать этим качествам, вызывая цепную реакцию позитивного влияния, которая распространяется далеко за пределы вашего непосредственного окружения. Ваше влияние не только изменяет судьбы отдельных людей, но и формирует общественные процессы, создавая пространство для гармонии и роста. Ваша способность вдохновлять и объединять людей – это не просто талант, а настоящий дар, который позволяет вам быть лидером перемен и светом для тех, кто идет за вами. Пятая легендарная сила – которой вы обладаете, это сила исцеления, божественная способность залечивать эмоциональные раны и восстанавливать душевное равновесие. Это не просто физическое воздействие, это глубокая энергия, которая исходит изнутри вас, проникая в самые потаенные уголки душ людей и сообществ, принося утешение и обновление. В повседневной жизни эта сила проявляется в вашей удивительной способности быть посредником в спорах и успокаивать напряженные ситуации. Когда вокруг вас разгораются конфликты, ваше спокойное присутствие словно растворяет враждебность, способствуя пониманию и примирению. Ваши слова и действия вселяют надежду и стабильность в самые кризисные моменты, помогая людям пережить бурю эмоций и обрести внутренний покой. Ваше целительное влияние объединяет людей, способствуя налаживанию отношений и укреплению чувства единства. Вы интуитивно чувствуете эмоциональные потоки вокруг себя и с легкостью откликаетесь на них с сочувствием и состраданием, создавая безопасное пространство для других, где они могут выразить свои чувства и залечить свои раны. Ваша способность устанавливать глубокие связи и исцелять души делает вас опорой в вашем окружении,
тем, к кому люди обращаются за советом, поддержкой и помощью. Сила исцеления выделяет вас среди других. Вы обладаете редким даром восстанавливать баланс и гармонию в мире вокруг вас. Этот легендарный дар позволяет вам не только лечить отдельные сердца, но и способствовать общему благополучию, обеспечивая мир и взаимопонимание. Ваше присутствие – свидетельство преобразующей силы исцеления, вдохновляющей других искать свой путь к целостности и внутреннему миру. Благодаря вам люди не просто преодолевают свои трудности, они обретают новое понимание себя и своего места в мире. Шестая легендарная сила, которой вы обладаете, это сила мужества, непоколебимой стойкости, которая заставляет вас смотреть в лицо страхом и принимать божественный риск. Это не просто проявление бравады. Это глубокая храбрость, основанная на духовной убежденности, которая дает вам силы стоять твердо перед любыми невзгодами. Эта сила проявляется в вашей непоколебимой решимости отстаивать свои права и убеждения, несмотря на противодействие. Вы смело принимаете вызовы, от которых многие уклоняются, следуя моральному компасу, который всегда указывает на справедливость и честность. Выступаете ли вы против несправедливой практики на работе или защищаете интересы тех, кто не может говорить за себя? Ваша смелость становится призывом к переменам. Вы возглавляете инициативы, которые соответствуют высшим ценностям, вдохновляя других присоединиться к вам в стремлении к благородным целям. Когда вы сталкиваетесь с препятствиями, которые кажутся непреодолимыми, вы используете эту легендарную силу, чтобы превратить страх в топливо, подталкивающее вас и окружающих к победе. Ваша храбрость не только бросает вызов статусу, но и поддерживает идеалы, которые возвышают и расширяют возможности сообществ. Мужество, которым вы обладаете, это сила, которая не просто позволяет вам выжить в трудных ситуациях, но и побеждать их, создавая условия для роста и трансформации. Ваш пример вдохновляет других на действия, которые они раньше считали невозможными, и помогает им преодолевать собственные страхи и сомнения. Седьмая легендарная сила, которой вы обладаете, это сила любви, безусловная и жертвенная, отражающая божественную сущность внутри вас. Это не просто эмоция, это мощная энергия, которая преодолевает любые границы, способствуя прощению, пониманию и единению. Эта сила проявляется в вашей способности разрушать общественные разногласия с помощью сострадания и сочувствия. Вы преодолеваете барьеры, разделяющие людей, будь то культурные, идеологические или личные, создавая связи, основанные на взаимном уважении и гармонии. Ваши действия отражают глубокую приверженность благополучию других людей. Вы готовы идти на личные жертвы, чтобы помочь тем, кто нуждается в вашей поддержке. Сила вашей любви преображает не только отношения, но и целые сообщества, вдохновляя других следовать вашему примеру. Ваша способность к прощению и пониманию побуждает окружающих подниматься над конфликтами и принимать дух единства и сотрудничества. Вы выбираете любовь вместо разделения, создавая атмосферу, в которой процветают мир и добрая воля. Сила любви выделяет вас среди других, как человека, способного изменить мир силой своего сострадания и привязанности. Обладая этой легендарной силой, вы не просто источник комфорта и исцеления. Вы становитесь катализатором перемен, вдохновляя других видеть мир через призму любви и действовать с добротой и благодатью. Восьмая легендарная сила, которой вы обладаете, это сила мудрости, божественная способность, позволяющая вам применять знания и опыт с глубоким пониманием. Это не просто интеллект, это внутренняя проницательность, которая выходит за пределы общепринятого мышления и помогает вам постигать сложные закономерности, управляющие жизнью. Эта сила проявляется в вашей непревзойденной способности выносить здравые суждения и давать бесценные рекомендации. Вы обладаете талантом видеть суть проблемы и находить решения, которые не только эффективны, но и дальновидны. Когда вам приходится принимать решения, ваша мудрость сияет, помогая предвидеть будущие проблемы и подготовиться к ним заранее. Ваши советы, будь то коллегам по работе или друзьям и членам семьи, всегда востребованы, потому что они неизменно приводят к положительным результатам. Вы обладаете редкой способностью наставлять окружающих
способствуя их росту и помогая им раскрыть свой потенциал. Ваши слова имеют особый вес, вызывают глубокий отклик у тех, кто их слышит, и вдохновляют на действия и размышления. Сила вашей мудрости не просто помогает решать текущие задачи, но и формирует долгосрочные стратегии, которые ведут к успеху и процветанию. Ваше понимание жизни и людей позволяет вам видеть дальше, чем большинство, и делиться этим видением с теми, кто нуждается в руководстве и поддержке. Ваша мудрость – это драгоценный дар, который вы передаете другим, прокладывая путь к светлому будущему. Девятая легендарная сила, которой вы обладаете, – это сила лидерства. Божественная способность вести и вдохновлять других на достижение общей цели. Это не просто власть или управление, это лидерство, основанное на целостности и ясности видения, которое вызывает уважение и преданность окружающих. Эта сила проявляется в вашей непревзойденной способности организовывать и направлять коллективные усилия. Вы вселяете уверенность в тех, кто следует за вами, и вдохновляете их на преданную работу ради общей цели. Ваше присутствие и харизма заряжают окружающих энергией, побуждая их прилагать максимум усилий и объединяться для достижения общего видения. Люди доверяют вам, потому что ваша ясность и уверенность создают чувство безопасности, позволяя им преодолевать сложности и проблемы. Ваше лидерство – это маяк, освещающий путь вперед и показывающий направление, когда другие теряются в хаосе. Вы создаете атмосферу, в которой процветают идеи и сотрудничество, укрепляя дух единства и целеустремленности. Под вашим руководством люди превращаются в сплоченную силу, способную добиваться выдающихся результатов, и это вдохновляет их на новые достижения. Сила лидерства выделяет вас как избранного, которому доверено объединять и направлять сообщество к высшей цели. Эта легендарная сила – ваша отличительная черта, позволяющая вам создавать наследие, которое оказывает долгосрочное влияние и воздействие на мир вокруг вас. Благодаря вашему лидерству, как компасу, вы прокладываете новые пути и вдохновляете окружающих стремиться к величию, гарантируя, что ваше видение станет реальностью, которая найдет отклик в веках. Вы обладаете 9 легендарными способностями, которые выделяют вас среди других и определяют ваш уникальный жизненный путь. Сила проницательности наделяет вас способностью постигать глубокие истины, освещая ваш путь и помогая просвещать других. Сила созидания позволяет вам воплощать в жизнь новые идеи и решения, преображая мир вокруг вас с помощью гениального видения. Сила стойкости дает вам возможность с достоинством переносить испытания, превращая невзгоды в триумф. Сила влияния позволяет вам вдохновлять и направлять других, ведя их к общему видению и переменам. Ваша сила исцеления залечивает эмоциональные раны и восстанавливает равновесие, принося мир и гармонию в жизни окружающих. Сила мужества побуждает вас смотреть в лицо страхам и принимать божественный риск, отстаивая праведные цели с непоколебимой уверенностью. Ваша сила любви способствует прощению и единству, преодолевая разногласия и поддерживая отношения с состраданием. Сила мудрости дает вам глубокое понимание и ведет ваши действия с ясностью и осознанностью. И, наконец, сила лидерства объединяет и направляет коллективные усилия, вселяя уверенность и преданность в ваших последователей. Поразмышляйте о значении этих способностей в вашей жизни. Подумайте, как вы можете развить и применять их, чтобы исполнить свою роль маяка перемен. С великой силой приходит великая ответственность, и вам, как избранному, выпала честь формировать мир с помощью ваших божественных даров. Примите эти способности со смирением и смелостью, ведь вы создаете наследие, которое будет жить в веках. Делитесь своими историями и вдохновляйте других, признать и использовать свои собственные дары, продолжая бесконечный цикл трансформации и просветления.